перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Не пиздани что-нибудь, блядь. Не пиздани, говорю, что-нибудь сейчас. Не нужно. Что ты ищешь? Сотку давай за шурупный пошел. За шурупный? Тебе взять? Не, шурупный зачем? На, короче. А что тебе взять? Я вообще жрать не хочу. Я хочу, блядь, сейчас это доделаем, да убираемся, да поехать. Давай. Блядь, а где у меня Петифон был? Жал-жал тут, заебись. Фу. Просто... На моменте просто птах, ушел. Птаха да, раздает. Так, ты можешь ее вообще? Там у этих можно? Да, 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 можно. Вы меня спрашиваете, какая будет версия. Откуда я знаю? Его не будет, походу. Леша, ты отказался. А ты его даже не звал. Мне ничего не надо. Никуся, привет. Ну что, господа, товарищи, как у вас дела? Что нового? Что делаете? Где живете? Как, чем дышите? Йоу-йоу. Ты там пишешь что-нибудь вообще? Донбасс, шалом. Шалом алейкум. Расписание дохуя что-то делать надо. У нас завтра открытие нашего бара лофта студии. Вот. У нас такой первый в Москве, такого еще не делал никто. Миша, ну что? За что? Москва, one love. Ника, спать иди. Вон там Наташу кто-то любит. На UFC нет, не смотрел. У меня открытие, блин, мне тут, ну, тут, блядь, все в клею, блядь, в пыли, нахуй, ебанешься. Сегодня была генеральная уборка, завтра будет круто. Открытие у нас будет для СМИ. Вот. Блядь, отстаньте от меня своим Лешей, пожалуйста. Я как бы не хочу обсуждать его. Почему постоянно мне его о нем пишете? Мне неинтересно. Вот. Напишите ему про меня. Зачем мне это? Зачем это делать? Нет, не видел. А что там опять случилось? Расскажите. Рома, поздравляю тебя, что ты права забираешь. Ну вот дохуя что есть. Вот. Ника, спать иди. Да, с Никой, с дочкой с моей будет трек. Вот. Ну, блядь. Серега, давай не забудь завтра. Да не, не гони, какой зал, блин, мне так хочется в зал съездить, у меня нет времени, сука, ни на что, просто вообще ни на что. Я не могу забрать тачку из сервиса, потому что ее еще не сделали. Не могу поехать в зал, я не могу побыть дома, блин, со своей любимой. Я не могу потусить с друзьями, я не могу заняться рэпом, потому что мы строим, блядь, сука, лофт-бар этот, блядь, просто это пиздец какой-то. Но получилось, говорит, очень круто. Саня, привет.
Ростов, привет. Всем привет. Рубин, хороший трек, да. Да ничем не закончилось. Хуйня какой-то. Лофт — это стиль. Это коммерческий проект. Но также, конечно, для души. Мозги не ебите, думаю, все нормально, информацию, подождите, скоро будет, блять, там, короче, про нас всякую хуйню пишут, но не верьте, это, блять, просто постанова. Гараев, а ты все еще там в бешенстве. Молотов, Шерлок. Ванка домой поехала высыпаться. Пуговка, привет. Я делаю треки, как раньше, вам понравится, сейчас выйдет альбом, потерпите. Да, есть новые артисты. Не-не-не, все нормально. Как будет лофт называться? Как бар будет называться? Лофт Цау Паб. Он так и называется. Гнат работает, наверное. Кто кого убью? Я что, похож на убийцу? Музыки в интернете очень много. Пуговка нормально, все хорошо. Нет, с Ангелиной не общаемся. Меня, да, можно будет видеть в баре. Нет, Гуф эфира не смотрю, я у него в черном списке. Я очень рад, что пацаны помирились. Лофт откроется завтра, открытие официальное. А где-то завтра, я скажу, когда будет открытие уже для всех, и каждый сможет прийти сюда. Да какая разница, сколько людей смотрит? Я не понимаю, вам реально это так важно? Для вас реально важны эти циферки? Внука, конечно, блядь. Краснодеревщик, заебатый чувак. Ну, во всяком случае, насколько я его знаю. Я его знаю там, давно, очень давно не общался, поэтому думаю, для меня он еще заебатый. Нет, Вадим на открытие не придет. Дата выхода альбома. Блять, опять скажу, опять проебусь. Я не герой. Но спасибо. Не знаю, когда в Минск. Битлон скидывайте на почту. Ну, ах, твоя жопа хороша. Новый треп скрытый Тонита. Какой именно? Отношусь отлично. Ну, как сольник? Сольник, это же не значит, что я там один только вообще. Потому что не общаемся, и все. Все, блядь. Я не собираюсь никого поддерживать. Мультибрендовый охуенный трек, охуенный клип. Очень мне понравился. Нет, не общаемся. Я заебись, все у меня хорошо. Все хорошо. Да много чего говорят про меня. Что значит био? Стряк грудь такие, думаю об этом. Короче, прикол в чем? Я бы озвучил вам то, что происходит сейчас за кадром, а вообще в нашем, так сказать, поле, но, к сожалению, не могу этого сделать. Вот, и могу вам сказать так, что про нас сейчас пишут и говорят гадости всякие, и пытаются нас дискредитировать в глазах общественности для того, чтобы вы на эту хуйню повелись, не ведитесь на эту хуйню, вот, мы нихуя не те, о ком, что о нас говорят, это все ложь, пиздеж и провокация. И те, кто это говорит, это пиздоболы, блядь, они просто пиздоболы, реально пиздоболы. Откуда это, блядь, информация вся? Почем запись на студии? От 1000 рублей час, а 2000 запись. Ой, сведение.
характере дочки. Она умная, она веселая, она добрая, она учится, и она ничего не употребляет. Она молодец. Взаимный респект. Да не, не видел я Леху, ну не смотрю я Лешины, блин, эти. Ну вы что, ну хватит. Ланка отлично. Ланка была в Новгороде, приехала и поехала домой спать. Сейчас я приеду и тоже обниму ее, буду спать. То есть я заебался. Приехал еще друг мой, Гараев. Вот, и друг, и партнер. Привез бухла. Ничего по гуфу говорить не буду. Блин, я вообще не знаю, где Словецкий. Давно его не слышал, к сожалению. Батек. Самый лучший батлер. Да я хуй знает. Не я точно. И никто, и мало могу сказать, что вообще кто-то круто делает. Норильску привет. Нет, давайте-ка мне общаемся. Мордовию не знаю когда. Драгборн, я не знаю, что это такое. Блять, хуй знает, сомнительно. Хованскому? Из ресторана привет, пацанам. Скажи, надо, блядь, зайти как-нибудь с ним. С какой Юлей? Не Лена, а Лана. Мы сделали с Гепик совместный трек, он выйдет у меня на альбоме. Рыночные сидят, что я скажу? Что, как там с рыночными? 6, 7.5. Ост во Владивостоке. Бразилия здесь, в области. Нормально, что фотки есть, показать? Нет, не пали, бля, дурак. Сидят, пацаны. Я много курю стиков в день, пачки, пачка точно. Когда-нибудь увидишь, значит. По поводу Думы комментировать не буду. Хованский. Да нахуй мне сдался, блин. Он же нахуй никому не нужен, блин. Нет, не знаю про него ничего. Не понравилось. Я не знаю, спросите у него про блатную романтику. Но я не читаю за блатную романтику. Я за пацанячие что-то двигаюсь-то. Так, басата. Что за нее читать, если ее, блядь, глазами никто не видел, блядь, и за нее читают, это воздух. Есть такое у него, да. Бля, вот вы странные люди, короче. Зачем вы меня провоцируете на то, чтобы я что-то про кого-то говорил плохое? Я не понимаю, зачем? Нахуя? Басота? Интриганты хотят лбами столкнуть. Нахуй провоцируют, бля. У нас есть свои какие-то моменты. Они есть. Они наши личные. Вот. Базарит. Базарит, блядь, мой близкий. Вот мой близкий. Интиган базарит. Оу, 74, Танкоград. Я ужасный. Был в Самаре, конечно, был в Самаре не раз. Был на Цаурал, был на Цаурал. Я не хочу обсуждать Гуфу, я не хочу обсуждать Басту, я не хочу обсуждать их отношения, потому что я хуй знаю, что у них там. Я вообще не в теме, если честно. Своей жизнью живу, блядь. Пусть живут своей жизнью, нечестие, блядь, любви к Василию. Он пацан жрать хочет. Бля, сам жрать что-то захотел, блядь. Пришел шурок, шурмик не вонял, блядь, блядь. Да шурмой? Будешь? Бля, шурму не хочу, блядь. Подумайте, ебанем?
Ну давай баним. Рамилю Саксину. Да, давай. Спасибо большое, да, мы стараемся. Город Танкоград вряд ли найдется на карте. Пишет. Сам знаешь, сколько ни ищи, не скажи, что мы здесь. Быба, блин, ты мне вообще должен был WhatsApp написать, ты нихуя мне не написал. Вот. Ты негодяй и подлец. Fuck you. Быби от меня привет, твои легенды про. Да, привет. Это мои вообще братишки. Колбасы, блядь, докторской. Зачем ты мне сейчас написал? Черт. Я бы бутер с колбасой, сладким чаем и лимончиком. И корчик. Да, и корчик такая, как в детстве, в школе, помните? Да. И пошла сразу, оп, аппетит. А слюни, сука! Убил колбасой просто. И ты и так на массе здоровый, куда тебе еще-то? Больше не надо, да. Да не игнорю никого. А что, Быба где? Вот что написал и опять пропал, смотри. Лонг-Айленд. Калинту пара мохито, нехитрое слово, хочу пару шайб, дальше титры. Хип-хоп революция, да. Мы мутим революцию. У вас в головах. Стриж, нормально, стриж раскачался, ебать, пиздец, кабан стал огромный, блядь. Я в зал прихожу, он стоит, блядь, огромная хуйня, говорю, нихуя ты. Бля, нормально, я могу. Да, стриж, блядь. Чё смогу, пишет. Зурик, что ему осталось, короче, 1.8 года. Зурик на связи, кажется. Нет, сначала по половинке, потом по одной. Бля, я не знаю, где кто снимался и что происходит с Гуфом. Бля, честно, не знаю ничего про него, еще чем происходит. Я узнаю информацию о Гуфе ровно там же, где и вы. На русских пабликах. На русских пабликах рэпа. Я в хуй не знаю вообще, где он, что с ним, как он живет, живой, здоровый, нездоровый. Я не знаю, блядь, серьезно. Не-не-не, я сегодня бил в прямом эфире, он с ума сходил, там просто добавлялся. Ты че, не? Что за бродяга на заднем вытянуто? Горячий бутер, хлеб, колбаса, сверху сыр и микроволновку, огонь. Бля! Ты лучший, братан, отвечаю. Знаешь, ты разбираешься во вкусах. Ты гурман, ебаный свет. Красава. И в микроволновку, интересно. Вася из Ахтубинской, привет. Спать иди, пожалуйста. Про дымы забыли. Никто про дымы не забыл. Рэпер Вендетта, помню. Я не знаю, где он, но помню, был такой. К Димасте я охуенно отношусь к Димасте. Димон заебатый чувак. Есть что, говорят. По закладкам всегда есть что. Вон там по району, тут шароёбится иногда. Ищет какие-то пиздец. Надо собаку завести еще одну и научить ее, короче, блядь, ебашить. Просто отжимать у них, понял? Просто, блядь, чтобы они нахуй охуели. Хули не страдали, блин. Ланка, да, ждет дома. Люксор, я не слышал. Да. Слим поднялся. Я не знаю, куда поднялся. Я не знаю, Ахимас дома, наверное. Да я хуй знает, кто где. Отдам, я согласен с тобой полностью вообще. Птаха по закладкам не шарит. Конечно, еще, блин. Я еще буду, блядь, это, по районам, блядь, по кустам, по шароебицам. Что он про меня и Басоту сказал? Бандос, да какой тусил, братан, у нас завтра открытие, какой тусил, я потусил бы с радостью. Мне хочется иногда просто вырваться нахуй из этого, блядь, лофта и просто тусануть, как, знаешь, раньше я тусил, как мы, помнишь, врывались, блядь, просто. Ну, правда, сейчас, мне кажется, мне потом неделю придется себя приходить, я уже старый. Алло. Алло. Да, хотели систему выкинуть. Я узнал об этом из интервью Слима, что, оказывается, мой куплет кто-то хотел выкинуть из альбома. Я себе. Притом альбом писали на моей студии. Вообще, вахуй. Ну, ты это понятно, бандос. Ты, блин, этот, как его? Ты вообще, по-моему...
как это называется, вообще, по-моему, старый уже пиздец. Великому Новгороду привет. Ну так приезжай, бухни. Я только рад буду. У кайфа хуёвая сторона. Хуёвая сторона у наркотиков. Хорошей стороны у наркотиков не бывает. Наркота — это, сука, зло, блядь. Зло, которое просто тащит, вот, просто убивает людей, нахуй. И сегодня ты кайфуешь, и тебе заебись. Ты такой, блядь, въебал пару дорог ореха, блядь, закинулся какой-то, блядь, какой-то синькой сверху, пошел потусил, замутился какую-то курицу непонятную, блядь, пришел домой после этого, блядь, пожарился с этой курицей, блядь, она уехала домой, ты утром просыпаешься и чувствуешь себя просто гондоном и чмом, блядь. Вот и весь кайф, нахуй. Нехуй ловить, блядь, там. В наркоте ничего хорошего нет. Ну, травку я наркотиками считаю. Поэтому, блин, я не пропагандирую, но, как бы, блин, считаю, что это вещество, которое помогает людям, блин, начать найти себя, стать спокойнее, стать добрее, стать веселее, более похуистично относиться к жизни. Вот и все мои, в принципе, отношения к наркотикам. В плане перехуярили. Ебать, меня тоже перехуярили, блядь. Мам, не горю. Владимиру привет. У меня ланка, конечно. Я такой хуйню не страдаю. А до ланки я как жил, блядь. До ланки я топил, ебануться, блядь. До сих пор, если кто-то видит, говорит, ты что, больше не тусишь, блядь. Шоку, может быть, басты, нет, не общаемся. Ну, как бы не видимся и не общаемся. Увижу, привет скажу. Да, обычные. Че, блин? Да, сига пошла. Я не себе, это я вон. На! Статуэтки танцовщиц? Каких танцовщиц? Ведь не понял. За Яну ничего не знаю. Ли Блейза. Вот мои сигареты. Нет, я никогда не жалею о прошлом. Никак он не. Собрание депутатов. Ебануться, блядь. Гашишу отношусь, блядь, ну никак вообще, блядь, к нему не отношусь. Я считаю, что гашиш — это, короче, какая-то, блядь, трава для наркоманов, короче, блядь. Ну это, то есть, типа, я плохо отношусь к водному, я плохо отношусь к бульбулятору, блядь, и ко всей этой хуйне. Я считаю, что если ты куришь дурь, ты должен ее крутить или хотя бы забивать. Бля, здорово все. Да, открытие будет. Это официальное открытие. Да хотя бы один пусть меня смотрит, мне сюда пизды, сколько кого смотрит. Бокс. Что, блядь? Да мне до пизды, что она там пишет вообще, блядь. Хуйню всякую, кто пишет мне. Билли вроде ушел из музыки вообще. Москва столица. Да зачитывай на видос, что нет-то. Ну пусть пишет мне, посвящает строки, конечно, что. У меня на альбоме нет посвященных строки ему. Поэтому как бы я хуй начну сказать. Не, лирику я не пробовал. А то я пробовал в свое время димедрол, блядь, финзипам, из-за которого, сука, я 4 дня своей жизни не помню. Всякую другую дичь, блин.
Я не знаю, как принцип, я не знаю, как Гуф, честно. Как ты попал в тот фильм с Тимати, блядь? Какой фильм с Тимати? А, «Жара»? Не фильм с Тимати, блин. Меня Ризо позвал, Гениашвили, это режиссер. Не знаю Юру Варяга никакого. Миша, который занимался, блядь, шмотками, он, короче, шваркнул, блядь, всех и топнул, и пропал без вести. Хуй знает куда. Конечно, охуенные, блядь, новые, блядь, которые ореховые, кофейные какие-то, они пиздатые. Сау в Риколюхе нигде не купить, их нет. Они только есть в ювелирных украшениях, и это в Бронинском ювелире вы можете приобрести. Бля, не ругайтесь на Лекса. Лекс, как бы, мы с ним, блин, как-то подружились, и... По-моему, хороший парень, просто он молодой и очень горячая кровь у него. Вот. Я думаю, что вы зря так о нем. Вы плохо отзываетесь, и у меня совершенно кардинально другое мнение. Я считаю, что он просто вспыльчивый очень. Но я вот сейчас разговариваю, когда с ним вижу, что это человек, который начал понимать, что в принципе в жизни не обязательно быть вспыльчивым. Просто у него такая жизнь была, она его так воспитала, это нормально. Я сам точно такой же был, как он, поэтому мне он нравится, в принципе. Настоящий кокаин, я не знаю. Нет, я не цыган. У меня армяне, азербайджанцы, русские, евреи, донские и казаки в крови. Отец чистый армянин, если на то дело пошло. Все остальное по маме. Статуэтки балерин. У меня нет статуэток балерин. Цыган у нас Яша, Джипси Кинг, вот он цыган. %12%. Да, кровей навешано не ебаться, я ими горжусь, блядь. То могу уебать нахуй, так что мало не покажется мне. И бабки умею зарабатывать, не только рэпом. Кровей дохуя. Все их люблю очень сильно. С Плюхой общаемся. Да, у меня дочь красивая, спасибо большое. Клубаре не смотрел еще. Почему есть чистокровные русские? У меня есть близкие чистые русские вообще пацаны. Прям они гордятся этим. И я очень рад, что они гордятся этим. Притом они не националисты, не фашисты. Просто они гордятся теми, что они русские. Блядь, пацаны занимаются спортом, блядь, пацаны делают бизнес, блядь. Пацаны, блядь, вообще нормальные по общению. Нет, Лана еще не беременна. Первый трек я записал в 96-м году. Станицы Васюринской, привет. Сейчас к нам заехать? Нет, сейчас мы уже поедем домой. Сейчас мы тут пару моментов доубираем. Сейчас отдохнем, просто мы заебали за весь день. И поедем домой. Я очень соскучился по своей женщине. Я хочу просто, блин, обнять ее и уснуть, блин. Завтра очень тяжелый день, и послезавтра тоже. Спасибо большое твоему дому, тоже большое уважение и хорошего настроения. Извини, пожалуйста. Я не хмурый, я устал, бля, я ебически устал просто. Просто пиздец. Давайте посмотрим, кстати, да. Сколько в 96-м году вам было лет? Напишите мне. На ЦАУРУ Урал, наверное, возможно, да, они в курсе, там пацаны работают. ЦАУРУ Урал – это объединение наше, но они полностью самостоятельно работают автономно. Нет, трека такого больше не будет никогда. Ебать, молодежь. 20 лет тебе было в 96-м году, не хоть ты старый.
Минус 3. 9. 7. 5. Хуеть, блядь. Комсомольское было, там сейчас другое заведение, и оно было не наше. Мы двигали его вместе с друзьями, потом друзья оказались чертями. В конце друг уехал, этот главный друг уехал, блядь, недавно, в места не столь отдаленные. И я 81-го года. Нет, не общаемся. Короче, скоро будет информация интересная, но не сегодня, но на днях. Вот, но она будет согласована с определенным кругом людей. Нет, желания депутата стать у меня нету. Я в принципе не хочу вообще, блядь, участвовать во всех этих политических, блядь, штучках. Мне приходится просто иногда что-то делать для того, чтобы хоть как-то поменять ситуацию в этой стране. Я хотя бы пытаюсь это сделать. Я не собираюсь идти работать на правительство. Я не собираюсь. Я бы больше работал бы на какую-нибудь службу внешней разведки, был бы разведчиком, как Джеймс Бонд, блядь. Но меня не возьмут. С Дашкой мне давно не слышали, к сожалению. Нет, я не хочу возвращаться. 96-й год, ведь что? Я очень не хочу туда возвращаться. На митинг? Нет, я на митинги не хожу, потому что это бесполезное занятие. Это только мусор, короче, и возможно провокации, блядь, со стороны посторонних людей, которые идут на митинг не ради того, чтобы, блядь, добиться чего-то действительно, а ради того, чтобы, блядь, спровоцировать толпу на агрессию против полиции, которая в свое время пиздит людей дубинками, блядь, а потом те, кто, короче, это спровоцировал, орут, что им не дают там нормально жить. Это полный пиздец, товарищи, вы не понимаете, как это все работает. Краснодару привет. САУ, да, реально сотрудничать. Слушайте, Викси 666, блин, офигенная баба, блин. Она очень веселая, очень прикольная. Я знаю ее мужа, так что успокойтесь. Вот, мы, как бы, можно сказать, дружим с семьями. Нет, из страны я уехать не думал никогда. И иногда были такие мысли, просто ради интереса поехать. Когда я был молод, мне хотелось ворваться в другую страну и просто посмотреть, смогу я там выжить или нет. Но я никуда не уехал, блядь. В плане рэперы что, ненормальные люди, по-твоему? Рэперы такие же люди, просто есть разные рэперы. Есть рэперы, которые, блин, просто рэп читают. Рэперы, я их называю артисты. Рэп-артист, блядь, вот, а есть, которые живут канонами хип-хопа, и вот это разные совершенно исполнители, хотя все мы в одной будке. Я занимаюсь музыкой с 15 лет. Нет, не чекал. Я не топлю за Россию, я не топлю вообще в принципе за государство, я топлю за людей и за свое окружение, за своих близких. Они топят за своих близких, которых я даже не знаю. И так мы топим друг за дружку все. Поэтому выживаем как можем и помогаем друг другу, и живем, и двигаемся вперед. Нет, я не в курсе, что он там долбит, честно, мне это не интересно. Спасибо большое. Вот я за землю близких и топлю. Вы знаете, вы многие пишете, да вы даже, многие из вас не в курсе на самом деле элементарных законов. Я хочу вам сказать, что, например, если, ну вот все говорим, что недра принадлежат народу. Да, но как только ты добыл недра из земли, они принадлежат тебе. И все. Это официально. Все просто. Поэтому, когда будут менять конституцию, а ей скоро 25 лет, и может быть ее будут менять. Помните о том, чтобы, блин, не проебаться, как наши предки, как наши родители проебались, когда подписали это блядство, которое сейчас конституцией называется. Лично мое мнение об этом, сказать, об этой законодательной форме, блин.
Нет, Крэша знаю, конечно, да. Давайте, короче, мы выйдем с кем-то в эфир. Я катаюсь ни на чем, на нервах, блин. Следующий этап эволюции, я хуй знает, мне кажется, хип-хоп из дед, блядь, скоро будет вообще. Нет, есть очень много молодых, талантливых команд, которые делают разный хип-хоп. Не обязательно это должен быть true рэп, который читают западики. У нас вообще очень ограниченное понимание. У нас нет разнообразия в хип-хопе, у нас все одно и то же. Либо одно, либо другое. Украина, я запрещен не въезд в Украине, товарищи, блин. Я не могу к вам приехать при всем моем желании. У меня много там друзей, я не могу приехать туда. Короче, ладно. Эй, Инти, давай, иди сюда. Начинаем? Да. Я не знаю, когда будут концерты, когда альбом выйдет, тогда и будет понятно, будут концерты или нет, а сейчас пока не знаю. Конечно, я скучаю по Лане, блин, я не вижу ее практически, постоянно я работаю, блин. Вот. А запрещен я, блин, за въезд на Украину, потому что был в Донецке, был в Луганске, и понимаю, почему люди там топят против нового украинского правительства, и поддерживаю это полностью. Дело не в падиках, дело не в том, что кто свой, кто не свой. Дело совершенно не в падиках. Дело в смысловой нагрузке в целом. И в том, что люди могут читать и жить по-разному. И люди, которые читают о чем-то, а живут по-другому, это я их называю артистами. А если они говорят, что нет, это не артисты, это неправду говорят, а я знаю, что это не так, я их называю фейк. Миру пизда, товарищи. Скоро будет время жатвы. И всем вам придет пиздец. И мне тоже. Придут, короче, нас сожрут. Что вы думаете по поводу теории плоской земли? Давайте так. Поговорим. Эй! С кем я разговариваю? Прямой эфир. Иди сюда. Бля, когда ты такой? Я так хочу убраться. Где виски, это, кола? Какая кола, блядь? Нет никакой колы. Ну ты что, да хоть маленькую, 0,5. Нет ничего, поставим. Блядь, вода есть обычно. Я плачу, у меня есть сколько. Да иди играйся, Камил придет, потом всем нам пизды даст. Ты что, блядь, самоубийца, что ли? Можно, я 40 рубас. Яблочко? Яблочко. Короче, ну вот... Не поддерживаю по поводу нового звука, что это хуета, потому что новый звук мне, вот, например, некоторые нравятся. Вот мне, вы можете на меня ругаться, вот мне нравится, что делает фейс с точки зрения музыки. Ну, нравится мне, что теперь поделаешь, блядь. Я же не могу заставить себя, чтобы мне не нравилось. Что 12%, я не понимаю. Видите, вот здесь стоит что-то, еще что ты хочешь добыть-то? Да нет ничего, блин, все, Камила все убрала, скоро ничего не трогает. За вас, товарищи. За вас, товарищи, господа. Из виски? Нормально. Да. Я за, короче, какой-нибудь прямой эфир выдернул. Давай, давай, давай. Кого выдернуть-то, блядь? Даже страшно, блядь. Да кого-нибудь выдернешь, начнет там хуями крыть. Иди сам выдерни кого-нибудь в прямой эфир. Ты выбери. Выбирай. Иди выбирай быстрее. Анна, выбери. А? Нихуя. Знаешь, как у тебя выглядишь? Она тебя видит, ребят. All my love and love me go. Сейчас мы выберем какой. Ну давай. Тихо, так. Ну, ты просто не трогай телефон, там еле поставил. Хлопья летят на верху. Сейчас пойдем в ожидание. Ты уже дал? Дал я уже, блядь.
Салам алейкум. Привет. Не слышно что-то. Здорово. Ничего не слышно. Чудо, не слышно, братишка. Алло. Ты нас слышишь? Меня никто не слышит. Здорово. Привет. Как сам, с какого города? Ну что, нормально, с Львова, Украины. О, пацаны, привет. Ты тоже, наверное, нас не любишь. В России живем. Да нет. Просто вам там чешешь, как ненавидит. Я на это внимания не обращаю. Он правильно. А чё, как дела? Что не спишь? Да ничего, музыку слушаю. Нормально, что слушаешь? Всякую фигню. Ясно. Ковер мощный. Уходим тоже по городу, ковры собираем для опыта. Ковер всегда. Да. Чем занимаешься вообще? Ну, в жизни не имею. Работаем. А кем, если секрет? Настройки. Я тоже в свое время настройки. Ничего страшного. Никем только не работал. Курьером, настройки. Блядь, грузчиком. В видеопрокате. Машины. Банч платим, как бензином, блядь. Что только не делал. Главное, на жопе ровно сидеть. Нет плохой работы. Есть плохие люди. Да. Ну ладно, старик, береги себя. Хорошей ночи. Давай, удачи. Взаимно. Вообще, я выберу кого. Да подожди ты. Я выберу еще кого. Сейчас выберу, подожди. Ну давай, хуля. Улица. Забери меня в комнату. Пацаны все треки знают. Ну вон подключаемся. Ебать, привет. Вот и борода. Опять не слышно. Сейчас слышно? Здорово, да. О, слышно. Здорово. Слушай, не помнишь, да, меня? Я не могу понять. Дед, ты что ли? А? Не помню. Напомни хоть. Короче, объясню. Мясницкая, 47, помнишь адрес? Ты там выступал. Мясницкая, 47. А? Ты там выступал на открытии бара. Как этот бар? Я МС там был. Туденс бар, помнишь? Какой? Туденс бар, рядом с Пурпуром бар. Все. Года 4 назад, наверное. Бать, давно это было. Ну да. У тебя память, блядь, в натуре. Да не, я просто там работал, поэтому тебя помню. Вот. У меня еще вопрос. Да, конечно. 20-й. В 20-х числах там, короче, открывается на 1905-го клуб. Вот. Открывается? Ну да, открывается. Тебя же туда приглашают. Мне сказали, ты там спецгостем будешь. Не, серьезно, я тебе говорю. Не, с твоим там концертником разговаривали. Влада Жаринова знаешь же? Кого? Влада Жаринова. Не знаю. Я вообще первый раз слышу за эту хуйню, прикинь. Не. Ну, увидишь 20 числа где-то, 21-го, по-моему. Паша может мне позвонить и сказать, бля, братан, у тебя завтра концерт. 21-го, да. Увидишь, 1905 года. Там открывается. Там раньше Чапаев был, короче, Чапаев. Чапаев, помню, клуб такой, но... Ну вот, сейчас вместо Чапаева там открывают ребята. Нихуя себе, я даже не знал, если честно. Ну вот там открытие будет, тебя приглашают, это я 100% знаю. Ну ворвусь, чё, блядь.
Ну хуярись там опять, говнище. Да я помню тогда, блядь. Я считаю, что трезвым выступать, это как бы попсятин такая. Пришел ты такой, я же пью. Все бухают, я со всеми бухаю, я выступаю, я же разговариваю с людьми, смеюсь с ними. Да я помню, да, ты больше шутил, чем выступал тогда, блядь. Ну я был в говно. Бывает просто, знаешь, бывает, короче, мне говорят, выступите у нас там в клубе где-нибудь, там туда-сюда, там три трека, ебать. Я говорю, ну ладно, три трека, так три трека, что, у нас клубное шоу, типа, три трека. Бля, выходишь, три трека, приходится с людьми разговаривать, чтобы... Да я знаю, я в курсе с этой темой. Не то, что я вышел такой, попиздел там и съебался. Да я знаю, да. Ты тоже там обещал три трека, а исполнил два, потом тебе сказали с Бьянкой исполнил. Ты такой ко мне подходишь, я как сейчас помню. Бля, ну это ж пиздец, бля, я не буду говорить, Петя. А мне подходит, бля, ну это ж пиздец, не, мужики, в пизду. И ты мне еще тогда поблагодарил, что я, типа, бля, искал, мужики, не, Бьянки нету, нахуй, надо. Там, плюса нету, бля. Я же, ну, один из организаторов тогда был. О, кто-то из Баку пишет нам. Сейчас добавимся, братан. Потихонечку, подожди, попозже. Все, ладно, связь. Давай, братан, береги себя, значит, давай. Увидимся скоро. Давай. Удачи. Птаха Хачик, это кто пишет? Дон Мо, блядь, пишет. Все, удачи тебе, братан. Давай. Ты что врываешься в разговор? Я с человеком разговариваю, а ты врываешься. Не воспитанный. Салам алейкум, я из Баку. Ну, где из Баку, где из Баку, где из Баку, из Баку. Вот из Баку, давай ворвемся в эфир. Тюмень Саламич огромный тоже вообще. О, салам алейкум. Салам. А как ваши дела, пацаны? Нормально все, ты как сам? Сам как, бля. Хорошо. Ты сам как? Чего? Ну, испугался, что-то немножко земляков. Да не, он ее сорвало, что давай найдем его, не хочется болтать. Другой там еще. Подожди, я сейчас обратно вернусь. Может, на телефон сел? В Оренбург сам. О, мы вернулись обратно. Привет. Ну что, ты в Баку сейчас? Да, в Баку, я учусь здесь, да. Как температура? Сам... Отлично, погода супер. Че, покажи город. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар, да. Ну я как бы это, с Дагестана, да, ребят? Ага. Ты дагестанец? Ну так, как... Ну как бы... Вот, да, как там. Я года супер, в 2009 году. И обязательно этим летом поеду, заеду туда, просто погуляю. Когда, ребят, когда у вас тут концерт? Я не знаю, летом обязательно поеду, погуляю там в Баку. Я хочу на Монтино. Бля, вот я честно, да, вот я, бля, вот пиздец, твой фанат. Вот, ну, слушаю все твои треки. Реально, да, вот. Супер, да, чувак, реально. От души спасибо большое. Реально, да, вот. Ну, буду ждать, как бы. А ты на кого учишься? Айтишник. О, серьезно. Айти это, да? Ну ты же как бы сам тоже из Баку. Не знаю. Ну, это Азербайджанский государственный университет, как бы. Я понял, нормально. Вот там, да. Он же при президенте хороший университет. Да. Крутяк вообще, нифига. Красава, брат. А ты Баку. Да, сейчас был в Баку. А ты в каком районе сейчас, брат? Мирали Кашкай. Ой, ты где? А кого метро это, как сказать, это если с 28-го подниматься наверх, да, в той стороне. Проспект Свободы. А, кто знает? Проспект Свободы, я понял. А ты где? С 28 мая круга наверх подниматься. Да, брат. Да, правильно. Я не знаю. Не, мы с Птахой Монтинский, знаешь, станция Нариман-Нариманова. Ну, а конечно, не, я реально, я там тоже часто бываю, у меня здесь как бы знакомые кореша, там это все находятся. Я всегда часто езжу туда. Прикайфом. Ну вот я оттуда, короче. Ай, сау. Каспийский груз тоже, что-то ждали, так и не дождались. А что-то они решили в Баку не выступать, я так и не понял, почему. Ну, вот, как бы все тут, как бы все ждали их, да, как бы тоже. Офигеть. Я тоже удивлялся этой историей, почему они в Баку не выступают. Ну, они как бы уже свой уже, как бы, концерты уже они отменили, и сами уже они последнюю песню спели, как бы уже не дают вроде концертов особо-то. Ну да, они вроде как бы закончили проект.
А жаль, а жаль. Да, ну, реально, как бы, Давид, я реально тебя уважаю. Желаю тебе дальнейших успехов. Не смотри на этих всех, блядь, хейтеров, посылай их, сука, всех нахуй, блядь. Кто бы что там, сука, не говорил. Я, как ты заметил, кто так бы... и делаю. Да, кто бы, сука, там что не говорил или не пиздел, пошли они все нахуй, блядь. Реально, да, блядь. Это... Ты, блядь, реально крутой чувак, блядь. Я пиздец. Я вот ладно, слушал всегда твои треки, еще когда... Еще, нет, еще знаешь, вот в чем прикол? Я слушал твои треки, когда еще вы центром были. Я вот эта «Ночь» песня есть вот эта? Ну. Вот я вот первая песня, которую я это услышал, да, и после этого понеслась, да, потом уже как-то ваш конфликт, и после этого на тебя, да, перешел. Больше тебя, да, уважаю, реально. Твои спасибо. Треки, реально. Спасибо. Ну, кроме шуток, не, реально, уважуха тебе, здоровья тебе там, всего самого наилучшего. Здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо, да, спасибо, отлично, брат, спасибо. Так сказать, отличная учеба. Спасибо, ну я уже... Третий год, да, тут. Так, Баку будет, тепло? Еще один... А? В Баку тепло сейчас? Ну, так, да, нормально. Так, 3-2 дня назад было, ну, холодно очень. Там ветер, блядь, этот бесит. Да, пиздец, ну, пиздец, убиваем ветер. Я с детства помню, вроде как не холодно, бля, выйдешь, ветрище, в каждую щелочку залезет под одежду. Да, 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 сейчас такая же, так бы, как чуть погода при этот, притихла. Я понял. Ну давай, брат, береги себя. Всего тебе самого лучшего. Тоже, тебе тоже всего самого хорошего. Будем ждать, будем надеяться. Да, приеду летом обязательно, погуляю в Баку точно. Ну, я очень давай. Соскучился по городу. Давай, все береги хорошо. Себя, здоровья тебе. Да, тебе тоже хорошо, спасибо. Эх, Баку, Баку. Обязательно надо туда съездить. Да какой Харьков, меня нельзя в Украину. Блядь, ты заебал, блядь. Ты заебал, реально, заебал, блядь, эту хуйню, братан. Ты заебал, ты маньячел, ебаный. Ты просто маньяк. Короче, у меня друг интиган, просто маньячел. У тебя будет кому-то говорить по телефону, убью, зарежу, расстреляю, блядь. Так. Что тут еще есть? Ну давайте посмотрим. Давайте позвоним в Харьков. На, вот так вот, видишь. Харьков слился. Якутия, привет. Да я хуй знает, торчит он, не торчит. Что так? Так, ладно. Алтай, привет. У нас есть, кстати, пацаны залетают сюда с Алтая иногда. Очень позитивные, такие спокойные люди. Я сказал, что у меня вот когда-нибудь, я вот, мне обещал мой друг Гараев Артур подарить, короче, собаку. А я просил его волкособа. Вообще всегда я собак находил на улице. В этот раз, короче, я хотел взять такую собаку домой к нам и волкособ. Это волк смешанный с собакой. Ну вот, он мне обещал подарить. Я сказал, что если я получу такую собаку, я назову ее Алтай. Не знаю почему. Я хочу, чтобы был кобель, и его звали Алтай. Настя, привет. Крым на связи. Славянск, привет. Да мы вдвоем здесь все уже сдались, а мы еще все. Сейчас мы тоже, короче, доработаем. Здесь надо убираем чисто всякую хуйню. Тяжело перетащим. И все, и домой спать. Вот видите, я брос опять. Это брос. Макс ФМ, да, она, да. Да, у меня будет три, у нас будет три собаки. Самое любимое животное у меня собака. Ну, из таких я имею в виду, а так вообще мне очень нравятся волки, я обожаю волков. Москва на связи. Хабаровск, доброе утро. Ростов, One Love. А где это Джигит? Джигит там выясняет какие-то отношения с кем-то по телефону, я не знаю. Нет, Ланка не против встретить собаки. У меня собаки мои, тюлени, мои главные собаки, это ей 19 лет, и она не бессмертная, к моему сожалению.
Я хочу, чтобы, блин, собаки тоже, кто с собаками много общается, знает, что собаки друг у друга учатся. Вот. И когда щенка приводит большой собаке, она его учит. Вот. И я хочу, чтобы вот эта собака пожила хотя бы года 3 с тюленем, и было бы это круто. Чтобы был второй тюлень. Нет, на Уникс не поехал. Калуга на связи. Тюлень охуенная собака. У нас еще есть маленький таракан. Астюха, ей 8 лет. Она уже такая толстая-толстая ходит в квартире. Постоянно что-то жует. Химки, привет. Он юнит, что это такое? Город, улица, там, Казахстан, когда не знаю. Никак это не творчество. Москва здесь. Не игнорю. Кангал — это слишком собака такая. Надо хорошо там для пастухов. Ну, как бы дома кангала держать в квартире в Москве. Это ужас, мне кажется. Не, я бы не стал такого делать. Я не знаю, где тебя били, к сожалению. Собрание отмене-концертов. История не в отменах концертов, но это вы узнаете чуть позже. Там что понаписали, я почитал и поржал, конечно, с этой историей. Евгению, привет. Куда пишешь, что пишешь? Ножи. Убить меня хочешь? Кулиманию мне не слышал. Одесса, привет. Да нет, не собрались. Бордоского дога, ты что? Став, да, крутая. Но я люблю таких другого формата собак. Я не люблю, мне нравятся очень бойцовые собаки, но мне нравится другого склада ума собаки вообще. Ладно, я буду с вами прощаться. Мы будем заканчивать здесь. Самоед, крутая собака очень. Алена круто делает, мне нравится. Вот. Буду с вами прощаться. Всего самого наилучшего. Череповцу привет. Вижу сообщение, не всем пытаюсь ответить, не успеваю. В Гродно я приеду, постараюсь. Кошек тоже люблю. Я вообще люблю животных. Они самые лучшие существа на Земле. Они не умеют врать. Всего доброго вам.